Rush Live auch nutzen, um ein bisschen über unser neues Firmenleitbild zu sprechen. Мы хотим сейчас поговорить об общей концепции развития нашей фирмы. Я думаю, что вот этот очень известный наш лозунг «Сельское хозяйство – это наша страсть», ну, в немецком это рифмуется. И вот этот девиз в последние месяцы и даже за последние годы, он немножечко подвергся изменениям. И сейчас мы разрабатываем несколько другую стратегию, за здоровое сельское хозяйство. Вот такой будет девиз. Здоровое сельское хозяйство. Это здесь такой есть хэштег «Земля будущего». Так что, чтобы в будущем здесь мы будем публиковать очень интересные вещи касательно и техники, но и довольно много по вообще тематике земледелия и по инновациям для будущего. И наш руководитель Мишель Хорш, я попросил его кратко рассказать о новой концепции фирмы, и мы это заранее записали, и я очень рад, что мы сейчас услышим Мишеля Хорша. 40 лет назад, когда было основано предприятие, мы себе дали такой девиз: «Сельское хозяйство – это наша страсть». И этот девиз большинство наших клиентов это очень хорошо понимают, по крайней мере, те, кто нас хорошо знает, знают, что мы это делаем страстью. Но все-таки мы дальше продолжали думать над этой темой. Конечно, это не слишком ли это просто уже сельское хозяйство, страсти, 40 лет одно и то же. Ведь существуют проблемы, новые проблемы, которые накапливаются в этом мире. И у нас в семье за последние 5, 6, 7 лет все-таки мы серьезно обсуждали это, в том числе с более молодым поколением, что просто, ну, девиз, надо ли дальше так продолжать сельское хозяйство, наша страсть, и, ну, чего, покупают там сеялки, рады, и все продолжаем так же делать дальше, и все пускай остается так, как есть. Но довольно быстро мы решили, что нет, так быть не должно. Мы давным-давно находимся уже в следующей стадии трансформации сельского хозяйства, которая, по нашему мнению, намного больше имеет отношение к новому нашему девизу. В конечном счете, мы же хотим служить здоровому человеку и здоровой окружающей среде. Правда, это тоже уже такие избитые как бы фразы, но все-таки наблюдения за последние 5-6-7 лет показывают, что мы можем быть уверенными, что в очень многих аспектах то, как мы будем руководить предприятием, мы должны вносить свой вклад и в экологию, и в здоровье человека. Откуда вообще все это идет? Если посмотреть на очень простые вещи, такие как 2/3 населения Земли, уже нет у них таких, касательно базовых их потребностей, они не хотят, ну, грубо говоря, жиреть. И если 2/3, как на этой теме говорят, да, я, конечно, с удовольствием бы вкусно поел, но я не хочу полнеть, а хочу худеть. Но это вот такие базовые потребности. А такие фоновые потребности, еще что за этим стоит, это распознавание того, что больше 2/3 человечества Земли страдает от цивилизационных болезней. Диабет, повышенное давление. Это всегда, это связано с питанием, с готовые продукты, готовые пиццы, жир и так далее. И поэтому это замечаешь уже на следующем поколении, что здесь ментальность меняется. Конечно, существуют все эти там веганы, вегетарианцы и так далее. Я до сих пор думаю, что все это может быть так в кавычках немножечко побочное явление, но, может быть, это уже такие предвестники того, что общество развивается дальше и очень серьезно задумывается о том, как в будущем люди будут питаться. И в какой-то момент приходишь к выводу, что вот, если конкретно, что касается нашего бизнеса, сельскохозяйственного производства, что растительный белок будет представлен больше в рационе питания, чем животный белок. То есть, так сказать, по-немецки говоря, в долгосрочном плане
продукты животноводства немножечко или больше будут, будут сильнее уменьшаться их доля на рынке, чем растительные. Растительный белок будет увеличиваться. Но это одно из наблюдений, которое привело вот к таким размышлениям. А второе, наверное, это самая важная тема, это климат. Это намного более важно сейчас в политике. Это каждодневная тема. Это намного больше, чем 5-6-7 лет назад, хотя наука уже 20-30 лет назад говорила нам, что мы столкнемся очень быстро с этими проблемами. И климат, экология, все это взаимосвязано. Естественно, у нас есть целый ряд тем, каков может быть вклад сельского хозяйства, прежде всего земледелие, а ведь земледелие – это наибольшая площадь земли, которая – это миллиард гектаров, использующихся для земледелия, и мы в этой сфере работаем. Кстати, 70% потребностей в калориях прямо или косвенно вырабатывается в аграрном секторе, то есть это как бы важнейший элемент в производстве базовых продуктов питания. И поэтому такие темы возникают, как обрабатывать землю, как чтобы вот углерод, с углеродом обращаться, чтобы не просто экономить CO2, а снижать его количество. Вся эта тема, связанная с микробиологией, будет большую роль играть, и нас это интересует сейчас все больше, что происходит взаимодействие почвы и растения, чтобы больше рассматривать микробиологию и лучше сбалансировать, чтобы базовые продукты питания стали более здоровыми, чтобы почва, ну, как бы более здоровой, в кавычках, стала. И вот здесь, может быть, лучше работать с микроорганизмами, может быть, отчасти их можно заменить, но понятно, что мы, если берем весь сектор сельского хозяйства, то как бы в перспективе это будет смесь между разработками химической защиты растений с одной стороны, а с другой стороны современным экологическим хозяйствованием, что эти вещи, они должны быть вместе и найти такой путь, который обе проблемы решить: с одной стороны, производить продукты питания, а с другой стороны, вносить вклад в климат и экологию и здоровье. Ну, в общем, можно тут много еще аргументов разных приводить. Но вот это два важнейших аргумента, которые подводят нас к тому, что нам, у нас как бы новый девиз и несколько новая концепция. То, о чем я говорил в начале, защита климата и защита здоровья человека – это наши самые главные приоритеты, для которых мы разрабатываем технические и цифровые решения для современного сельского хозяйства.